В спорткомплексе «Юбилейном» прошло чествование заслуженного тренера России Юрия Якубовича Меликерова. Турнир по вольной борьбе в честь 80-летия известного наставника посетили немало его воспитанников, в том числе победителей и призера самых престижных соревнований. На мероприятии побывал и Артур Мхце. Стартовавший в спорткомплексе «Юбилейном» турнир по вольной борьбе не был отборочным на крупнейшие соревнования по этой олимпийской дисциплине. Однако интерес к нему оказался ничуть не меньшим, чем к состязаниям с участием лучших мастеров ковра. И это неудивительно, ведь главным виновником торжества в спортзале «Черкесска» был человек, под руководством которого занимались многие известные далеко за пределами Карачаева-Черкесии борцы. Заслуженному тренеру России Юрию Меликерову исполнилось 80 лет. О нынешнем директоре 6-й городской спортшколы с теплотой вспоминают его ученики. Первое место сегодня легко завоевать, надо, говорит, удержать. Тогда я не понимал этого, но сегодня я в полной мере понимаю, что нужно было приложить усилия, терпение, чтобы прийти к большим результатам. Если говорить именно о его жизни в спорте. У него другой жизни, по-моему, не было, кроме как в спорте. Сколько он себя помнит, он в спорте. Сколько мы его помним, он в спорте. Он величайший организатор. Прозанимался с 78 по 93 год, 15 лет отдал. Вот Якубычу, как, это второй отец. Он, в принципе, нас всех воспитал, всех вырастил. Некоторые из бывших воспитанников Меликерова затем вошли в его тренерский штаб, чтобы вместе готовить спортсменов к новым победам. Один из них – мастер спорта Алексей Смирнов, который знаком с Юрием Якубовичем около полувека, с первых тренировок в полуподвальном помещении. Я когда заканчивал свои спортивные выступления, Юрий Якубович предложил, говорит, не хочешь на тренерской работе поработать, я заканчивал пединститут карачаевский. Ну, я с удовольствием принял предложение. И тогда было еще СПТУ-3, это на Комсомольце, здесь сейчас академия располагается. И был такой необорудованный спортзал, без условий, как сейчас, вообще без ничего. Он сказал, говорит, Алексей, попробуй, если вот я увижу, что у тебя что-то получается, я тебя заберу в школу Олимпийского резерва. Сейчас мы единомышленники, сейчас мы коллеги, и с большим уважением и с большой такой мужской человеческой любовью отношусь к нему, как к старшему, как к наставнику. Очень интересный, душевный, внимательный к своим ученикам, к своим друзьям человек. И сегодня праздник спорта, праздник борьбы. В такой день сами соревнования отошли на второй план. На первом, разумеется, именинник Юрий Якубович Меликеров. Его многолетний труд был отмечен почетной грамотой Совета Федерации, орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесией, другими ценными подарками, а главное – вниманием и уважением его воспитанников и коллег. Артур Мухце, Галина Алиева, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.